Ну что же, очередное посещение дачи. Сегодня 14 мая. И мы на даче. Так, подведем итоги прошедшего периода. Ну, Мельничный остров. Что про него говорить? Как всегда, в красе и в базе. Сегодня очень много они работали, было много ветра, наверное, муки намолотили много. Так, идем дальше. Такой обход, знаете, традиционный обход. Ландыши. Ландыши. Уже близко. Еще тут какие-то маленькие несерьезные цветочки, веселенькие. А вот ландыши. Так, ландыши тут уже появляться стало. Ну, понятно, соловьи уже немножечко поют. Так что скоро будут соловьи и ландыши. И ландыши. Так, наш красный орех набирает сил. Ну, это ладно. Так, побелены деревья. Это мы уже показывали. Показывали. Идем-ка смотреть, что там в теплице происходит. В этом году, вот смотри, какая прелесть, а. Так вот. Травушка-муравушка. И слива вон зацвела. Хозяйственные шмели опять появились. Сноса им нету. Хозяйственным шмелям. Так, клубничка замульчирована, вроде бы так это называется. Яблони цветут. Цветут. Так, что здесь? Здесь. Помидоры. Ага. Помидоры потихонечку растут. У нас будет эксперимент смелый. Здесь будут помидоры, а здесь будут огурцы. О как! Чего из этого получится, покажет время и, соответственно, наши видеорассказы, конечно же, тоже будут про это. Так, сделано еще одно решительное движение в освоении нового участка. Птички нет. Какой сейчас расскажу. Ух ты. Тоже слива, между прочим. Ой, быть нам со сливой. Нет, стоп, какая слива, это яблоня. Да. Считаем, что неправильно снял. Дубль 2. Пошли, так, пошли. Вступили на территорию нового участка. Хмель. Что-то хмель у нас загнулся. Ну, возможно, не по климату. Так, сегодня потратил день на то, чтобы разметить аккуратно участок и нанести метки под столбы. Вот таким образом. Нанесены метки. Видите, такие вот висюлечки. Очень удобно их можно, если что, подвигать вдоль. Но двигать не надо, потому что все здесь уже точно. Здесь будут ставить столбы и натянута сетка рабица. То есть я уже понял, что осваивать новый участок, его надо огородить. Это очень древнее такое чувство. Огороженное, значит, твое. Поэтому надо огородить. Вот поэтому мы тут сегодня целый день и занимались землемерными работами. Но благополучно их завершили. И. Как-то вот так. Пойдем посмотрим, как цветы сажают. У нас сейчас теперь декоративное украшение сада начинается. Потому что видели, он же подстрижен. Там вот в теплице что-то стало появляться. А еще нужно посадить цветы. Ну, соответственно, чтобы цветы цвели. И будет вообще замечательно. Ну, в общем-то, и так, согласитесь, а? Все тут в цвету, домик там вдалеке, в общем, уже неплохо. Процесс уже неплохо. Цветов в ящике, значит, идея следующая. Здесь будут два красных цветка, посередине синий или белый. Ну, такое разноцветие, чтобы было. Разноцветие. Так, вот еще у нас тут клумбочка есть, вот такая симпатичная. Ну, цветам и клумбам уделяется достаточно большое внимание, так как это декорирование, это приятно для глаз. И вот такая еще у нас есть клумба с улиткой на склоне. Вот здесь в этом году поскромнее. Дело в том, что у нас в том году кто-то съел все клубни нашего любимого тюльпана. Тюльпанов было много, мы снимали, как засаживали эту клумбу. Потом выложили клубни сушиться, и какой-то хомяк их съел. Ну, остается надеяться, что это пошло на пользу этому хомяку и его потомству. Вот. Ну, а в результате у нас вот без тюльпанов. Вон какие-то такие бедные, оставшиеся, видимо, забытые луковицы взошли. И на этом все. Поэтому в этот раз мы дадим упор на цветы.
Вот. И сейчас как раз идет процесс. Итак, наши планы. Вот такие вот цветочки здесь будут. Петунья и виолы. Это то, что у нас будет висеть. Одно вот белое под деревом кашпо висит, а это на доме. И, как я говорил, красный цветочек и синий цветочек. Соответственно, будет герань и петунья. Вот таким образом высажены. А потом эти контейнеры я помещаю в деревянные контейнеры. Это я показывал, как я их делал. И они будут украшать наш дом, висеть под окнами, так сказать, висеть и висеть, и радовать глаз. Как-то так, первый этап. Ну, а дальше еще там есть планы посадить, вон велосипед посадить, в тележку вон ту дизайнерскую посадить, я рассказывал, мы ее специально покрасили, будет тележка садовника, это условное название. Здесь будут горшки керамические с цветами стоять. Ну, по крайней мере, вот такие планы. А уж что из этого выйдет, покажет время, ну и, соответственно, наши видеорассказы. Итак, плоды трудов, нелегких трудов, вот перед нами. Сегодня мы их еще оставим на акклиматизацию внутри двора. Вот там у нас помещение неотапливаемое. А завтра уже на окошко пойдут герань и прочие цветочки. Как-то вот так. Как-то вот так. Продолжаем отдыхать на даче. Близится вечер, но не стихает хлопоты. О! Подсолнечная мельничная горка. А что? Вполне имеет право на жизнь. Эдакие, знаете, маленькие солнышки, глядящие вам в глаза. По-моему, неплохо. Так, а с этой стороны? И тут неплохо. Слушайте, и так неплохо. Да? Пожалуй, мы так и сделаем. Так, здесь тоже обновление, ну, улитку мы видели. Ага, анютины глазки, петунья. Так, ну здесь тоже будет, этаки, знаете ли, клумбочка. 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 Так, а сейчас уже вечер, и поэтому вот эти вот колокольчики, наверное, закроются. И пожелаю всем спокойной ночи. До завтра. Завтра будет новый. Итак, следующее утро. Подсолнухи сегодня будут посажены в землю. И наши цветочки готовы к тому, чтобы оказаться в ящиках и украшать с собой дом. Это дартс. Бросок, точное попадание, кружка пива. Итак, декоративная как-то часть приведена в исходное состояние. Цветочки заняли свое место в наших декоративных ящичках с эдельвейсами. Подвес, соответственно, под дерево у нас здесь организован. И организовано несколько мест наверху. Вот. Там будут ветвистые растения. И такие вот миленькие, миленькие штучки будут вот здесь. Вот такая, знаете ли, декорация. Декоративное обрамление дома. Ну, вот пока таким образом. Ну, а мы продолжаем трудиться, потому как трудиться всегда пригодится. И так далее. А, работа не волк, в лес не убежит. Это не то. Это не то. Настало время решительной очистки нашей местности. И мы готовимся к выкорчевке. Ну, понятно, корчевать мы сами не будем. По причине занятости. Наняли людей, которые завтра придут и начнут здесь наводить порядок. Выкорчевывать пни. Складывать наши дрова в кучки. В общем, благоустраивать территорию. Что получится, покажет время. Ну и, естественно, наши видеорассказы. Вот как-то так. Да, завалы тут. Ух, ну, природа живучая. В том году тут посносили пни, видите, они что творят. Они прямо из пни растут. Кусты. Это говорит о том, что у нас правильная природа, живучая. И вообще, вообще соловей. Чувствуете, как птички? О, дача. О, как интересно. Вот живая природа. Нашли гнездо с яичками. Да. Птичка
снесла гнездо с яичками. Интересно, что делать? Что делать-то? А ничего не делать. Ждать, когда вылупятся птички. Тут вот хозяин гнезда обнаружился вроде как. А может и нет. А, нет, здесь кто-то сидит. О, вот тут свистел. Не, это не хозяин гнезда. Гнездо-то мы не тронули, естественно, но неизвестно, прилетит ли птица сюда. Потому что здесь шумно, мы тут рядом. Пока нет. Ну ладно, ну что же делать. Природа, живая природа. Дело такое. Дело такое. Так, докачиваем воду. Воды мало, в колодце, блин, мало. Вообще по Подмосковью мало. Так что наши приспособленные баки очень даже пригождаются. Да. Что мы сделали? Мы закрепили по среди дерева оттяжку, которая увели к дальнему дереву. То есть, по крайней мере, эта оттяжка не даст дереву возможности уйти назад. Оно может уйти вот по радиусу. Либо в эту сторону, либо в ту сторону. Но точно не попадет на электропровода. Ну, а чтобы оно ушло туда, куда нам надо, мы будем пилить, понятное дело, достаточно хитро. Ну, немножко хитро. Совсем чуть-чуть. Пошла. А что, могём? Управляемая валка леса. Надеюсь, что вы не будете повторять это самостоятельно. А дровец-то на зиму, пожалуйста. Ну что ж, вот и заканчивается наше очередное пребывание на даче. Что характерно, отдых. Отдохнули на славу. Послушали птение птиц. Полюбовались цветами. Ну а завтра на работу. Не все же время отдыхать-то. Когда все время отдыхаешь, становится скучно. Нужна работа. И через неделю новый отдых на даче. Счастливо всем. До будущих встреч.